Привет, друзья! Сегодня давайте разберем одну интересную тему. Минимальная зарплата в странах Европейского Союза в 2024 году. Да-да, я знаю, тема не самая веселая, но чертовски важная. Итак, погнали! Начнем с Люксембурга. Здесь минимальная почасовая зарплата составляет 13 евро 35 центов. В Германии немного меньше, но тоже неплохо. 12 евро 41 цент. Нидерланды чуть отстают. 11 евро 75 в час. Но вот во Франции минималка составляет 11,52 евро. В Бельгии 11,06. Ирландия тоже не отстает. 11,30 в час. А вот в Испании дела обстоят не так радужно. Около 8 евро 57 центов. В Португалии еще ниже. 5,47 в час. Греция показывает не лучшие результаты. 4 евро 75 центов. В Польше и того хуже 4,10. В Латвии минималка 3,98. В Румынии 4,64. А в Болгарии вообще всего 3 евро 5 центов. Но это еще не все. В некоторых странах ЕС вообще нет государственной минимальной зарплаты. Это такие страны, как Дания, Италия, Австрия, Финляндия, Швеция. Там все решают коллективный договор.